Девочки мои, всем привет! Посмотрите на эту прекрасную погоду. У нас тут метель, пурга, ну как этот градик идет. Поэтому, девчонки, пойдем, Юлька, пойдем. Весна. 20 какой сегодня? Сегодня у нас вторник. Да, у тебя кубик-рубик. Идем, идем. Давай, Юлька, вперед проходи. По лужам не ходи. У нас тут еще ветер поднялся. Короче, времени 7 утра. Да, может крутить. Можно крутить в разные стороны. Посмотрите, девчонки, аномалия какая. Мне кажется, такого давным-давно уже не было. То резкая жара, то резкий холод. Что-то вообще непонятное, скажите, творится все время в обходные пути, потому что наши дороги, они, девчонки, вообще ужасные. Сейчас я пойду буду ждать, чтобы Максимку оформить. Поэтому, девчонки, такие дела. Сегодня у Юрика театр. Сегодня идет у нас в театр. Поэтому красота, девчонки. Наши дороги самые, мне кажется, ужасные. Да, Юрик? Да. Ну что, рад? Тебе не холодно? Холодно. Холодно? Где? Щечкам? Ничего, надо побегать, тогда все пройдет. Вот, молодец, самокат захотела брать. Я ему дам самокат, ага. Самокат по таким дорогам. Смотрите, у нас тут целое море разлилось. А если машина проедет, то вообще капец. Я вообще все размыло и нигде не пройти, потому что здесь не асфальт, так почва идет. Вообще красота. Так что, девчонки, вам приятного просмотра. А я побежала, у нас все капает, капает, идет что-то непонятное, что-то типа града со снегом все-таки. Что-то такое идет, да. Ну все, девочки, смотрите, у нас тут стадион, мы пошли. Максим, не туда нам. Макс. Макс, пойдем с нами. В общем, девчонки, забрали уже Юрика, времени прошло много. В общем, так у нас выглядит стадион, его недавно там отремонтировали. И выглядит у нас достаточно классно. Только сайт, как я поняла, потому что... Не, ворота открыты, слушайте. Тут, наверное, еще дорабатывают, чтобы там обводку такую сделать, где как раз земля. В общем, выглядит он супер классно. До этого он был просто убитый. Трибуны до сих пор убитые. Но надеюсь, когда-нибудь все-таки сделают. А так здесь вот такой вот видончик. У нас сегодня сильный-сильный-сильный ветер. И надеюсь, что он скоро пропадет. Юрик, взяли самокат. В общем, девочки, нас взяли в садик. Нас взяли в садик после праздников. Вот что сейчас будут с 1 по 10 мая праздничные дни. И нас после этого уже возьмут. Я уже себя там вообще ничего не вижу, потому что у меня все засвечено в солнце. Поэтому, девчонки, мы это сделали. Теперь с этим проблем не будет. Наконец-таки мы прошли в садик. Группа будет прямо напротив Юрки. Это супер удобно. Группа будет с 2 до 3 лет. И надеюсь, что будет все нормально. Я так думаю, что мы начнем вводить так же, как и Юрика начинали вводить. Как это? До 12. Сначала, наверное, в часик, потом до 12. Ну, все постепенно. Бывают сады, где там сразу сначала до конца надо обязательно быть. А есть сады, которые постепенно все это позволяют делать. И это очень круто. И то, что там маленькая адаптация, потихоньку привыкаешь. Не надо никого заставлять, никого не насильно не заставляют там быть. И поэтому это очень круто. Воспитатели у нас тоже все хорошие. Чем мне нравится этот садик? Пускай он работает до 4, пускай их надо рано забирать. Потому что воспитатели были хорошие, не было никаких проблем. Если там у тебя какие-то вопросы, все обязательно подсказывали, все рассказывали. По документам, если надо, допустим, кого-то в садик оформлять, если вам надо будет, все максимально просто. Просто там свидетельство о рождении, СНИЛС, паспорт, свидетельство о браке. Если у вас разные фамилии, как в нашем случае, и место прописки, там всякие такие вот вещи. Поэтому, в принципе, все. Сейчас мы пойдем в парк, прогуляемся. Я еще не дозалила. Юр, скажи привет. Скажи привет. Привет. Не дозалила последнее видео. Ну, как, обложку не сделала, так что надо будет продолжать. Смотрела сейчас сегодня, стоит какие трибуны с
посмотрела сейчас, сколько год назад видео было снято, как раз тоже под день рождения. И просто мне пишут комментарии по старым видео, я тогда часто на них обращаю внимание и пересматриваю. И, короче, скажу честно, я тогда выглядела намного лучше, чем сейчас. У меня были вот такие вот волосы. Поэтому, не знаю, то ли отращивать, то ли нет, пока что я вообще там не знаю, что делать. Вы напишите, как лучше, как было раньше, как было сейчас. Пока что я, ну, не знаю, пока так. Ходим, Юрик уже упал. В общем, сейчас либо фикс прайс, либо куда. Ну, и в парке погулять, соответственно. Потом видео вам доделаю, все-таки выложу с днем рождения свое. Надеюсь, такая, видно вам, нет? Площадочка футбольная, баскетбольная. И сюда пускают только по ключам, все остальное закрыто от обычных людей, таких как мы. В общем, девчонки, пошли, мы сейчас немножко вам наболтала, рассказала, уже на одну проблему меньше. Поэтому все так смотрят у меня, так необычно, так непривычно. Отвыкла снимать, давно не снимала на улице, поэтому надо начинать когда-то, правильно? Правильно. Так что давайте со мной вместе пробежимся. Все-таки мы решили идти в фикс прайс, сейчас, может быть, поснимаем, может нет, сейчас посмотрим. Ой, Максимка! Это ужас какой-то. Маски я забыла. Если есть, то в сумке, вот в кармашке. Надо посмотреть. Если что, они на кассе должны выдавать. Если что, на крайняк. Ну все. Помогите, спасите. Господи. Вышли мы из магазина, домой покажу, наверное, поконкретнее покажу, так я не успела нормально ничего показать. Короче, накупила бытовой химии, сколько мне надо было, потому что моя химия вся позаканчивалась, и я уже 100 лет назад не была в фикс-прайсе, и мне 100% туда надо, у нас так достаточно далеко, поэтому только на коляске, если вот так тяжелые вещи брать, машины у нас нет. Поэтому только вот так вот на коляску загрузить и пойти, и то не одной, потому что это все наверх потом поднимать. Девчонки, выпустили нашего зверя, он бежит довольный, с динозавром. И сейчас мы идем просто прогуляться, сейчас посмотрим, что будем делать. Надо мне вам быстренько сделать все-таки видео и выложить, и будет красота, да? Мои меня уже там ждут. Детиски. Девчонки, такие дела. Такой мне сегодня был денек, да? I got enough of every melody. They all sound the same. Yeah. For my broken heart, no remedy. But maybe if you stay, can get away with it. Cause you make me love my imperfections, answer all my questions just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. How do you do? Cause I'm feeling so good.
darkest memories, now let me fall back. But you'll be there, ready to rescue me if I go out of track. You can get away with it. Could you make me love my imperfections, answer all my questions? Наконец-то мы дома, наконец-то мы сходили сегодня еще за покупками. У нас, короче, пришли денежки, и можно было что-то купить. Вот буквально там элементарные вещи для стирки, потому что у меня полно всего позаканчивалось. Поэтому сейчас вместе с вами я вам все покажу. Вы все посмотрите, расскажете, что и как. В общем, сейчас я готова наконец-таки вам снять вот эту всю груду, вот эту вот все кошмар, который я натворила. Сейчас буду как раз все заодно разбирать вместе с вами. Блин, надо брать себя в руки, надо брать себя в тонус, потому что когда ленишься, это, конечно, вот так вот все накваливается, наваливается, вот так вот все разобрал, быстренько убрал, намного лучше. В общем, сейчас провела премьеру, прикольная штука, на самом деле, мне так нравится, так прикольно, что можно в чатике с вами сразу общаться, так онлайн. Вообще, по-хорошему, хочу очень сильно проводить стрим, но это когда только Максим пойдет в сад, потому что я не хочу лишних казусов, хочу спокойствия, чтобы там ко мне никто не прилетал без трусов, мало ли что случится, на самом деле, девчонки, всякое может случиться. Поэтому, девчонки, ждем, все будет, и надеюсь, что будет все классно. В общем, давайте погнали, покупчики мои, фикс прайс будет у меня, и магазин Добрый у нас обычный продуктовый магазин. Я знаю, что некоторые из вас обожают продуктовые закупки, поэтому, девчонки, решила вам показать все вот как есть. Поэтому без прикрас будем смотреть вместе с вами, что и как. Для начала, девочки, у нас бытовая химия. У меня не было такого геля для стирки, который я хотела, который Босс, вы знаете, я люблю, или как он называется, который вот такой рыженький. Был только такой. Я взяла 1,5 литра, стоит 99 рублей. Он для детского белья, деликатная стирка для детских вещей, 2 в одном. С аромакондиционером можно, в принципе, не добавлять кондиционер. Я его для чего беру? Я его беру для подушек, для курток, для что-то типа такого, вот, короче, синтетики, которые надо стирать, для полотенец тоже хорошо. Поэтому будем пробовать, потом вам расскажу, что и как. Пока что я не знаю, ни разу не пробовала именно такую серию для детей, поэтому у меня нету цели сделать это для детей, у меня есть цель просто постирать подушки. Взяла себе чистин для пола, у меня почти закончился, я только и мою пол, других средств, сейчас скажу, не пробовала, горный родник. Мне нравится аромат, мне нравится, как он работает, я добавляю, у меня есть специальный колпачок в ведре для швабры, и прям туда наливаю, мне очень нравится. Раньше я разливала на пол, сейчас я так делаю. Стоит он где-то, девчонки, 55 рублей, это универсальное средство для мытья полов, объем 10 литр. И мне очень нравится, и запах хороший, и пенится хорошо, поэтому можно не смывать с пола, мне нравится, девчонки, поэтому советую. Также взяла себе попробовать Флекси. Это кондиционер для белья литр 25, стоит 55 рублей, цветущий пион и шелк. Мне очень интересно попробовать. Я обязательно буду заливать в обычные свои бутылки, которые у меня остались. У меня остался от Вернель на литр с горным родником, что-то такое. Хотела свежести. Сейчас решила опять-таки на цветочки перейти, на весну. Поэтому я буду пробовать и вам расскажу, что и как. Мне кажется, я обстираюсь вообще. Красота. За такую цену, мне кажется, вообще прекрасно. Так, девчонки, взяла Homestar себе, взяла Homestar, на всякий случай, чтобы был, стоит бюджетно, поэтому я беру, мне он нравится, то, что давно уже не брала, на всякий случай, чтобы стоял, знаете, всякие казусы случаются, поэтому лучше, чтобы он стоял. Муж у меня взял влажные салфетки, не знаю, сколько они стоят, здесь у нас, девчонки, сколько? 130 штук Коте детские, но нам нравятся такие салфетки, мы часто берем, поэтому дома должны быть, если воду отключить, там что-то такое сделать, руки те же самые помыть, это очень хорошо. Это не для улицы, это чисто для дома, поэтому мы любим, нам нравятся вот такие вот штуки. Это было так все тяжело тащить, потому что вот такие вот тяжелые все эти пакеты, и, блин, одна бы я точно не справилась. Так, взяли еще ручки, взял шариковые, тоже не знаю, сколько стоят, здесь, наверное, не написано, синие чернила, наверное, на работу. Мы взяли в фикс-прайсе ведерко, игрушки я показала, и вот это вот сейчас пойдет мне в ванную комнату, мне там цветы политы, надо будет полить, ну, в смысле, убрать, и здесь вот это вот сполоснуть тоже надо будет обязательно. Фикс-прайс у меня, наверное, закончился для похудания, слушайте, белизну показывала, нет, взяла еще белизну, 77 рублей, 3 в одном, мне почти закончилось, поэтому решила докупить, она у меня очень медленно уходит, но я ее обожаю, поэтому, девчонки, беру именно вот эту санитари-формулу, которая за 27, я не знаю, девчонки, напишите, как вам. Мне нравится вот это хорошо работать, там что-то почистить. Это очень хорошая штука. Так, идем дальше. На днях взяла, была в Магните, взяла творог по акции, был мягкий, 0% для моего похудания. Пока что не начала, но пока у меня стоит. Мне лучше, чтобы стояло, чтобы не стояло, потому что если он стоит, значит, уже когда-нибудь надо начать этим всем делом заниматься, поэтому будет какой-то мне стимул.
Взяла много-много пюрешек, пюрешки, салатик из фруктов тоже по акции, там был, были еще какие-то банановые, персиковые, короче, много пюрешек взяли, это уже все понятно. Из колбасных изделий мы взяли сервелат кремлевский. Слушайте, у меня на днях взял не кремлевский, а русский или какой-то вот такой вот с жирком, короче, такой невкусный совершенно. И я вот обожаю именно кремлевский стародворский сервелат. Также сосиски там есть стародворские, есть молочные, невкусные совсем, сливочные, очень вкусные. И поэтому мы берем, нам нравятся вот такие сосиски, колбаса всегда у нас дома должна быть, потому что мало ли там бутерброд, кофе с молоком, макароны с сосисками, пюре с сосисками. Это очень просто, быстро и вкусно. И, в принципе, есть что поесть, поэтому, девчонки, я не выпендриваюсь и беру то, что есть. Уже взял себе пельмешки, не знаю, в первый раз такие берем, он себе взял, наверное, пожарить перед работой, поэтому такие говяжьи, написано 58, здесь такой маленький кулечек, и, в общем, такие пельмешки, не знаю, как будут, не будут нормальные, не знаю, девчонки, потом расскажу. Из фруктов взяли бананы. Бананы и груши конференции. Юрка захотела яблоки, у нас есть. У нас остался всего один банан. Блин, я не помню. Или у нас закончился банан. Короче, фрукты надо было обновлять. Поэтому мы взяли. Вообще, груши наши первые на сезон. То, что до этого мы не брали. Поэтому интерес, конференцию я взяла. Такие еще жестковатые, но надеюсь, потом будут нормальные. Девчонки, наговариваю. Не знаю, надо кому, нет. Но мне хочется с вами поделиться. Так, у нас тут лежит багет. Я сразу его вижу. Багет. И у меня где-то там хотела по категориям вам показать. Но получается, что не получается. Давайте по булкам пойдем. Багет на хот-доги, на что угодно. Юрка любит просто так багет вот вместо хлеба. Максим любит хлеб, поэтому берем и то, короче, чтобы был хлеб. Дальше я взяла себе булочки, я их обожаю. Мне они очень нравятся. Сдоба, ореховый завиток. Очень вкусные, такие нежные, прям мягенькие-мягенькие. Слушайте, домашние, я не знаю, как такие сделать, потому что они очень вкусные. И вот все равно домашняя выпечка вот для меня не сравнится с вот такой, которую можно купить, потому что что-то там не то, что-то там не так. Кексики взяли, которые уже помялись. Видите, вовремя пришел кекс столичный. Кексики – это вещь хорошая. Юрик у меня взял. Блин, тут еще мороженое, господи. Юрик себе взял хрустики с сахаром, тоже очень вкусные. Палочки, они без всего, просто сахар. Мороженое сейчас убираю в холодильник. У меня уже такое брало, очень вкусное. Лесная магия с орешком. Также я вчера первый раз у них попробовала багет, сухарики, багет с томатами спайси, типа острый. Очень вкусные сухарики, девчонки. Они продаются такие, знаете, на развес. Вот решила попробовать еще ром, попробовать сливочный лучок. Не знаю, вкусные, не вкусные, но вот эти вот очень острые и очень вкусные, девчонки. Мне прям понравились, я прям заценила, прям мое. Не знаю, иногда можно побаловаться, пока вроде не надеете, пока вроде решила побаловаться. Так, девчонки, место мне заканчивается. Взяла блины, ни разу такие не пробовала. Вообще, я ни разу, наверное, не пробовала такие блины, которые мало то, что на развес, так еще и готовые. В общем, взяла попробовать с вареной сгущенкой на завтрак. Мало ли, там захочется что-то такого. И как-то, знаете, быстрый завтрак. Не знаю, все, наверное, привыкли к быстрым завтракам, к наггетсам каким-то таким вот заготовкам, которые уже готовы. Я нет, я не умею там сама такие делать и никогда не беру заготовки. Поэтому у нас как-то рацион очень скудный получается. Здесь получается у нас 142 рубля за килограмм. И 94 рубля за вот этот вот весь объем в два слоя. Мне кажется, надо попробовать. Надеюсь, что будет вкусно. Не знаю, напишите, как вы думаете. Для своих женских дней я взяла в фикс-прайсе тоже, вот видите, проехала натурелла, 10 штук, мне нравится натурелла, и, в общем, взяла еще дискрит, я последний раз брала ежедневки дискрит, зеленые такие, и, в принципе, тоже они классные, без аромата, а те были с ароматом, 40 штук тоже стоит бюджетно, поэтому я брала 20 штук, мне Ром брал за 77 рублей где-то, а здесь 40 штук за 77, короче, ежедневки хорошие, они супер тонкие, сейчас вам быстренько тоже покажу, девчонки, кто хочет обзор по прокладок, пишите мне, я вам все расскажу, все покажу, как они и что они. В общем, они супер тонкие, они совершенно не ощущаются на теле и очень комфортные. То есть вообще, если их носить как полагается по 2 часа, то никаких проблем у вас не будет. Здесь вот такая вот маленькая заглушка, чтобы вот так вот прятать и хранить. И выглядят они компактно и круто. Раньше я брала Белла, по-моему, называется. Тоже хорошие, но не потолще, а вот эти вот прям тоненькие-тоненькие. Также ламтишка Максимки в фикс-прайсе брали, он обожает, а у нас в магазине, девчонки, почему-то перестали продавать, продают только в шоколаде с красной такие, красный. Ну и молоко, и в принципе все, девчонки, такие у меня были покупки, сейчас буду быстренько с вами вместе все это разгружать, разгребать, и давайте вместе со мной этим заниматься, так что было покупок достаточно много для нас, по крайней мере.
Ну что, девчонки, половину я разобрала, это уже хорошо. В общем, девчонки, на этом я буду, наверное, с вами прощаться на сегодня. На завтра уже потом увидимся. Всех обнимаю, всех целую. Завтра, наверное, все-таки должна провести генеральную уборку. Блин, не буду зарекаться, просто надо будет это сделать. В общем, всех обнимаю, всех целую. Сейчас буду своих звать, что-нибудь будем делать. Пока что, если что, потом увидимся. Пока что так. В общем, девчонки, буду прощаться. Всем до новых встреч. Всем пока-пока. Сказала, на самом деле забыла показать еще кружку, которую взяли. Короче, мы почти все кружки побили. Вот это вот, типа такое, которое у меня была, блин, девчонки, не знаю, что у меня с речью такое. Наверное, я давно ни с кем не разговаривала, кроме своих близких. В общем, у меня была такая же похожая за 55 рублей, но она была потолще. Это не знаю, сколько стоит. Она вот такая вот, типа рифленая, типа под змею. Очень красивая, такая же простая, легкая, белая. Я вообще обожаю белые кружки, поэтому я бы вообще при желании все бы сделала своими белые, если была бы возможность. Поэтому пока что у нас одна запасная кружка, то ко мне и мама приезжает, и еще кто-нибудь может прийти. У нас всего две кружки, и мы, блин, мучаемся из-за того, что кто из нас будет пить кофе или чай первым, потому что это отвратительно, на самом деле, когда ждать, когда ты допьешь эту кружечку. Короче, я думаю, вы поняли. У кого были такие проблемы, у кого бьется часто посуда, такое возможно. Я думаю, что вы все поняли, поэтому должны меня понять. Я правильно все сказала, но, короче, такие дела. Так, девочки, сейчас какие у меня планы? Сейчас мне планы приготовить плов в мультиварке, потому что я просто хочу потом уйти спать спокойно, чтобы он плов готовился, чтобы он не пригорел, чтобы за ним не надо было следить, поэтому я решила сейчас приготовить мультиварки. Очень круто, что у меня есть, потому что такая штука спасает реально, когда не хочется возиться, хочется закинуть все, поставить и уйти отдыхать. Там можно также кашу на завтрак вам приготовить, что хотите. В общем, я уже все приготовила, очистки буду кидать сюда, потому что у меня здесь нет мусорного ведра, чтобы там 100 раз не бегать, когда лук там чистить. Лук, этот чеснок я хочу целиком закинуть, чтобы там целиком просто не хочу запариваться с очисткой. В общем, куриное филе и морковь. В общем, все готово. Можно сказать, что уже начинаем готовить. Буду готовить на режиме плов. Вообще там 35 минут, не знаю, как выйдет, и по-хорошему надо, наверное, будет заливать кипяток, потому что говорю, что моя мультиварка работает сразу же, то есть идет отчет сразу же, а не после того, как вода закипит, потому что раньше, вот когда у меня была другая, тот же Redmond, она шла только тогда, когда... ну, температура нагреется, да, допустим, выпечка 180 градусов нагреется, и только тогда идет. Сейчас она идет прям сразу же, и это очень огромный минус. Но я думаю, что я смогу справиться с ней, да, девчонки? Значит, немножко запылилась у меня. Ладно, девчонки, с вами веселей, поэтому давайте начинать вместе с вами готовить. Будет у нас такой ужин и заодно тормозок на завтрашний день. Я, кстати, разобралась, когда, как это, снимать крышки, они снимаются очень просто, так что я ее уже мыла, поэтому, девчонки, красота. Ладно, давайте начинать готовить вместе веселее, повторюсь. Девочки, ошиблась, жарко все-таки, нужно время, чтобы было, ну, чтобы нагрелось. В общем, плов готовится час, по идее, но я как раз думала, что как вода там будет нагреваться, какое время. В общем, вот так выглядит, я сейчас закрываю крышкой, могу спокойно уходить, потом будет просто включен автоподогрев, который можно, в принципе, выключить. Так, наверное...
Надо, не знаю, короче, как. Очень я с ней намучилась, потому что она, ну, короче, долго жарит, как-то неудобно, как-то мне жарко через 20 минут выключила, как-то очень быстро, поэтому пока надо привыкать. В общем, из приправ, что я использовала? Я использовала с Гранстока вот эти смесь перца, смесь для курицы. Очень классный аромат дал, но цвет не дал. Если вы хотите цвет, то лучше карри или куркума. Они дают очень хороший цвет курицы, когда она только жарится. Кстати, корочки с ней очень тяжело, наверное, будет добиться. Хотя раньше я в ней даже запекала курицу. Ну, когда вообще не умела духовкой пользоваться. Сейчас я поняла, что корочки прям очень тяжело добиться. В общем, приправы для курицы, укроп и немножко приправы для плова. Очень вкусно добавлять. Закончилась вся вода, по-хорошему надо здесь немножко прибраться перед сном уже тогда и помыть посуду, набрать воду. В общем, я считаю, что я сегодня мега продуктивная, поэтому сейчас вот это вот все буду убирать, как раз надо готовиться, потом соберу на работу, как раз через час будет хорошо, в холодильник поставлю, уберу. Потом завтра покажу, наверное, что здесь будет, и либо сегодня, либо завтра посмотрим. Девчонки, пишите, первый эксперимент, что я перед вами готовлю такое блюдо, первый раз готовлю здесь плов, и потом все спрашивали, кто ко мне приходил, видите, вода уже начинает закипать, а где ты такой плов достал, как ты приготовила, и такой плов не получается в сковородке абсолютно, так что сейчас мы будем смотреть, потом сегодня, завтра посмотрим. И, в общем, девчонки, я отключаю. Здесь режим без звука есть, какой-то автоподогрев как раз и таймер. Таймер, ну, вроде как-то так, вроде она как моя старая. В общем, здесь даже строчку можно поставить, ни разу не пользовалась этой функцией. В общем, девчонки, сейчас я, наверное, все-таки займусь кухней, потому что прям горит, прям посуда вся закончилась, и надо немножко все-таки прибраться и воду набрать, потому что даже кофе нельзя попить. В общем, да. Кофе на одну проблему меньше. Короче, завтра буду разбирать посуду. Вот такой плов у меня получился. И надо ставить все-таки на где-то 25-30 минут, потому что стоял час. Не стоял час. Я пришла, посмотрела, поняла, что уже все готово. И надо выключать, потому что где-то уже начало прогорать. Сейчас до остывания здесь это все хранится будет. Потом беру в холодильник. Он достаточно рассыпчатый, но из-за того, что, возможно, много воды, я уже давно не готовила. А мог бы быть получше. В общем, такой у нас получается перекус. Ну, как на ужин контейнер и в холодильник контейнер. Вот так такой объем получается. Из где-то полторы большие вот такие вот черные кружки. Вот, девчонки, я считаю, сегодня был супер продуктивный день. Я уже устала, Максим уже спит, Юрка уже почти заснул. А чеснок я вытащу, естественно. Сейчас все буду убирать. И сейчас пойду делать свой уход. Девочки, не знаю, что вы скажете, но я скажу, что у меня супер продуктивный день сегодня, потому что я оформила ребенка в сад, мы сходили за бытовой химией, мы сходили за продуктами, и я сегодня сделала вечерние дела, потому что обычно, честно скажу, да, я лентяйка, возможно, где-то, я обычно просто вот, знаете, как-то устаю и вечером, короче, дела какие-то особо не делаю. Вот как все будет, так потом завтра с утра буду разбирать. Сегодня вечером я прям молодец, я прям молодец, я сама от себя не ожидала. Плов попробовала, очень вкусный, ну, хороший прям. Сейчас буду делать свой вечерний уход и на этом буду с вами прощаться. Всех обнимаю, всех целую, всем до новых встреч. Сегодня еще перемыла вот эти вот все дела свои, также перемыла раковину, ну, короче, вот все отмыла, все зеркало, поэтому я считаю, я уже молодец достаточно. И на этом я буду с вами прощаться. Всех обнимаю, всех целую. Всем до новых встреч. Совсем скоро увидимся, как говорится. Всем пока-пока.